Готовим на отгрузку. Комплект липовых слэбов. Вот так вот выглядит ли слэб липы. То есть, видите, он идеален. Он шлифован. Полки и одна стена в комнате отдыха. Во всех остальных помещениях будет из евровагонки липы второй категории. Вот так вот она выглядит. Сейчас собираем закон. Комплект на потолке собрали. Евровагонка второй категории. Разная длина. То есть и 2,6, и 1,7, и 2,7. Под размер. Также слэбы собрали, трехметровые, 2,5 и 2 метра. Слэбы у нас идут градация кратно полметра, то есть 2, 2,5 и 3 метра. Здесь также все.